Второй элемент диаграммы — это взаимодействие. Под ними подразумевается интеграция между нашими объектами. Взаимодействие отображается в виде направленных стрелок, соединяющих два объекта. Вот так в двух словах можно рассказать о том, что такое диаграмма последовательности. А если вы хотите поподробнее познакомиться с данным инструментом, то в правом нижнем углу прикреплена ссылка на гайд по диаграммам. А теперь я предлагаю переходить к практическим кейсам, где разберем различные оптимизации. Начнем с кейса, который я назвал «История жизни». В данном кейсе я впервые столкнулся с диаграммой последовательности и понял разницу между плохой и хорошей диаграммой. Я работал на проекте по разработке информационной системы, и мне поставили задачу по актуализации диаграммы, которую вы сейчас видите на экране, в соответствии с новыми требованиями в процессе. Я смотрел на эту диаграмму и вообще не мог понять, что на ней происходит, так как, во-первых, отсутствует нумерация шагов, непонятна последовательность действий в данном процессе, и, во-вторых, все объекты изображены в виде однотипных серых прямоугольников, из-за чего они сливаются, и диаграмму становится сложнее воспринимать. Чтобы хоть как-то понять, что за процесс изображен на диаграмме, я решил изучить описание данного процесса, которое было представлено под диаграммой. Но, к сожалению, описание было в виде сплошного текста, без разбивки на логические блоки. С таким форматом очень тяжело работать, и никакой полезной информации оттуда я получить не смог. Финально я обратился к разработчикам с просьбой рассказать мне, что происходит на диаграмме. Но они мне также ответили, что они сами не знают, потому что... Ну и просто рассказали мне процесс, исходя из кода, который они писали. По итогу я понял, что вообще никто не использует данную диаграмму в своей работе, и я впустую потрачу время, занимаясь ее актуализацией, потому что никто не начнет ей пользоваться, так как никто не понимает, что на ней изображено. В связи с чем я решил, что я сначала приведу данную диаграмму в более понятный и читаемый формат, чтобы с ней можно было работать как с инструментом, а потом займусь ее уже актуализацией. И первое, что я сделал, это я пронумеровал шаги. Вот так выглядит пронумерованная диаграмма. Давайте приблизим первый шаг и увидим, что номер шага проставляется рядом с его описанием. И благодаря нумерации шагов последовательность действий в процессе становится ясной и прозрачной, и я четко понимаю, какой шаг следует за каким. Это очень круто. Круто еще то, что вы можете с использованием инструмента PlantUML и команды AutoNumber автоматически нумеровать ваши шаги. С вас вообще снимается эта работа. Идемте дальше. Далее я решил визуализировать объекты по их типу. Как вы помните, сейчас все объекты имеют вид серых прямоугольников, из-за чего они сливаются, с диаграммой становится сложнее работать. Соответственно, я присвоил каждому объекту соответствующую ему форму представления. В нашем случае это база данных, брокеры сообщений, наши микросервисы и сервисы, инициирующие наш процесс. Таким образом, мне стало намного проще различать объекты между собой. Вот, собственно, синтаксис, с помощью которого я сделал, представлен на экране. Вот, а мы с вами идем дальше. И далее я решил изменить порядок расположения объектов, так как я считаю, что два полностью связанных объекта, это микросервис и его база данных, должны располагаться вплотную друг к другу, а не на расстоянии нескольких объектов, как это, собственно, в текущей диаграмме реализовано. Я произвел это изменение. Теперь, как вы можете видеть, микросервисы и база данных расположены рядом с друг другом. Таким образом, мне становилось проще идентифицировать сильные связи между объектами. Синтаксис, с помощью которого я это сделал, представлен на экране. Используя ключевое слово order и присваивая вес каждому объекту, вы можете изменять последовательность расположения объектов. Чем больше вес у объекта, тем правее он расположен на диаграмме. Так, далее я решил разбить сервисы по контекстам, чтобы добавить цветовой окраски на диаграмму. Я выделил три основных контекста. Первый — это marketplace, это внешние системы, которые создают заказы в нашей системе. Второй контекст — это заказы, это сервисы, отвечающие за основную логику нашей системы по работе с заказами. И третий контекст — это PVZ, это сервис, отвечающий за работу пункта выдачи заказов. Таким образом, мне стало намного проще отличать сервисы, отвечающие за основную логику работы нашей системы, от сервисов, обеспечивающих работу пункта выдачи заказов. Синтаксис контекстов на экране. Контекст задается с помощью ключевого слова box. Так, ну и финальной моей оптимизации стало добавление легенды на диаграмму, где я давал краткое описание каждого объекта и прикладывал ссылку на его подробное описание в Confluence. Это я делал для того, чтобы люди, которые изучают мою диаграмму и мало с ней знакомы, могли самостоятельно изучить природу этих сервисов, а не бежать ко мне с вопросами и отвлекать меня от работы. Собственно, диаграмма с легендой выглядит следующим образом. Легенда задается с помощью ключевого слова legend. Она не имеет строгих требований к формату. Я обычно оформляю его в табличном формате, вот как вы видите на экране. И финально я решил синхронизировать описание процесса с диаграммой последовательности. Теперь описание имеет табличный формат, где
В первом столбце я указываю номер шага на диаграмме последовательности, а во втором столбце я даю подробное описание действий, осуществляемых на данном шаге. Я стараюсь максимально подробно расписать все действия, прикладываю ссылки на свагеры, описание контрактов сообщений, ER-диаграммы и так далее. В общем, все то, что может помочь для реализации, собственно, этих действий. И на примере с нашим процессом описание первого шага может выглядеть следующим образом. В первом столбце вы проставляете единицу, и дальше вы пишете, что сервис Marketplace должен вызвать хендлер Post-Wedding Orders в ордер-сервисе, чтобы создать заказ. Соответственно, далее я описал все остальные шаги в данном табличном описании, отдал эту документацию нашим разработчикам на изучение. Позже они ко мне вернулись со словами, что это вообще очень круто, потому что теперь они могут использовать диаграмму последовательности как требование, на основании которого они понимают, что за интеграции им нужно разработать. А вот это табличное описание является для них техническим требованием именно для реализации самих этих интеграций. Вот, мы такой подход взяли за стандарт. По итогу это привело, что мы сократили время разработки задач, потому что разработчики теперь меньше времени уделяли каким-то уточнениям деталей по процессам, а больше писали код. Вот такой кейс. Соответственно, всем советую побольше обогащать ваши диаграммы полезной информацией, побольше их визуализировать, чтобы с ними было проще работать. С этим кейсом все. Пойдемте к другим лайфхакам. И начнем мы с кейса, связанного с описанием взаимодействия. Пару раз в своей карьере я видел, что взаимодействия описывались в виде реальных JSON-ов, которые передаются между объектами. На самом деле это очень страшная картина, потому что эти JSON-ы могут занимать больше 90% вашей диаграммы. Они не несут никакой полезной нагрузки, но при этом усложняют восприятие данной диаграммы. И я для себя решил, что чтобы не загромождать диаграммы вот этими JSON-ами, я буду давать краткое описание взаимодействия между объектами и прикладывать ссылку на подробное описание контрактов сообщения в Confluence. Мой подход следующий. При синхронном взаимодействии я указываю вызываемый endpoint. На примере с HTTP протоколом я указываю метод и ресурс. При асинхронном взаимодействии я указываю название топика и тип команды или события. Таким образом, с данной диаграммой становится проще работать, потому что ее сразу же проще прочитать. Вот, поэтому всем примерно советую придерживаться примерно такого же стиля. Вот, идемте дальше. Поговорим про процессы со сложной бизнес-логикой. Как многие из нас знают, то, что с такими процессами проще работать, если их разбить на части. И именно такой функционал нам предоставляет диаграмма последовательности — это разбиение на логические блоки. Давайте разберем на процессе с локализацией лексем на различные языки. У нас есть следующий процесс, в котором внешняя система просит сервис локализации перевести ее лексемы. Сервис локализации создает задачу на перевод и в фоне осуществляет перевод лексем, а в это время внешняя система в цикле опрашивает статус выполнения задачи. Здесь есть два этапа. Это этап создания задачи и этап опроса статуса выполнения. Давайте их отобразим на диаграмме. Наши логические блоки выглядят следующим образом. Задаются с помощью вот такого простого синтаксиса. Таким образом, с вашей диаграммой становится проще работать, так как она разбита на части, и это особенно заметно, если ваша диаграмма раз в 10-15 больше, чем текущая. Я в своей работе данный функционал использую для разбиения сквозных процессов на подпроцессы, потому что так проще с ними работать. Вот, собственно, всем советую тоже. Идемте дальше, поговорим про нефункциональные требования, а именно про latency. Если у вас есть требования по latency к определенному хендлеру, то зафиксируйте их на диаграмме, это поможет вашей команде разработки не забыть важную деталь при реализации. Latency отображается следующим образом. Это двунаправленная стрелка, соединяющая запрос и ответ, описанием которой служит требование к latency. В нашем случае к методу postOrders latency составляет 500 миллисекунд. Как нам это описать в PlantUML? Первое пишем команду pragma-tails-true, дальше навешиваем якоря на запрос и ответ, я их назвал start и final, затем их соединяем и даем требования по latency. Я данный лайфхак использую, когда мы создаем новые хендлеры, и мне нужно описать требования по latency. Моим разработчикам проще работать с визуальными требованиями, чем с текстовыми. Вот, поэтому тоже простой лайфхак, советую использовать. Идемте дальше, поговорим про бизнес-логику наших систем. Если в вашем сервисе есть бизнес-правила, то тоже всегда советую отображать их на диаграмме. Это поможет вашей команде разработки убедиться в том, что они всю бизнес-логику реализовали правильно и не забыли никакую деталь.
Смотрите, у нас есть следующий процесс по отмене заказа, он простой, и его бизнес-инварианты являются то, что заказ должен перейти в статус cancel. Вот. Соответственно, если заказ не перешел в статус cancel, его нельзя считать отмененным. Вот. И отображая этот бизнес-правило на диаграмме, я даю как бы разработчикам понять, что, ребят, это важно, это нужно сделать. Вот. Соответственно, я отображаю это с помощью заметок. Синтаксис вообще очень простой, вот. Он также представлен на экране. Так, идемте далее и поговорим про ситуацию, мне кажется, с которой знакомы абсолютно все аналитики. Ситуация следующая. Вы рассказываете команде разработки процесс, который необходимо разработать. Процесс сложный, множество кейсов, в каждом кейсе свои какие-то действия. И команда разработки не понимает, какие действия нужно выполнять в каком кейсе. И просит вас хоть как-то визуализировать всю эту логику. Наверное, у многих возникал вопрос, как это вот грамотно сделать. Когда у меня возникает данный вопрос, я обращаюсь к инструменту PlantUML. Сейчас мы с вами на примере шардирования базы данных рассмотрим, как можно решить эту проблему с использованием PlantUML. Итак, изначально, чтобы получить данные о каком-то пользователе, нам нужно просто сделать селект из баз данных. Но при шардировании базы данных у нас появляется несколько инстансов базы данных, к примеру, два, и нам нужно по какой-то логике определять, на каком шарде лежит какой пользователь. К примеру, у нас ключом шардирования является ID пользователя, а логика шардирования следующая. Если ID пользователя меньше 100, значит он на первом шарде, в противном случае на втором. И вот именно эту логику ваша команда разработки и просит визуализировать. Что от нас тут требуется? От нас требуется провести стрелку к нужному шарду в зависимости от идентификатора пользователя. В этом нам поможет конструкция if-else, которая отображает нужные данные в зависимости от выполняемого условия. Итак, первое, что мы делаем, это мы объявляем две переменные, первая из которых — это user ID, это ID пользователя, которого мы хотим получить из базы данных. Второй переменный — это sharding condition, условие шардирования, в моем случае оно равно 100. Далее в блоке if-else мы задаем логику шардирования. То есть если user ID меньше условия шардирования, значит пользователь у нас на первом шарде. В противном случае мы проваливаемся в блок else, и пользователь у нас на втором шарде. Далее вы отдаете эту диаграмму своим разработчикам, они начинают менять значение двух переменных, PlantUML им генерит новые диаграммы, и тем самым они визуализируют вашу логику. Это, собственно, то, что они от нас и просили, мы, получается, решили нашу задачу. Я этот функционал постоянно использую, когда ко мне бизнес приходит с большими проектами, со сложной бизнес-логикой, и вот этот функционал сохраняет множество времени и мне, и моей команде разработки. Вот, с этим кейсом все. Давайте переходить к последнему, поговорим про подход к работе с UML-кодом, который я называю наследованием. Это очень хороший подход и хорошим тем, что вы один раз пишете код, а потом его используете во всех местах, где он вам нужен. Я начал с ним работать после одного инцидента. Моя команда разработки выпустила новую мажорную версию хендлера, и мне нужно было во всех диаграммах последовательности, где вызывался этот хендлер, изменить его описание. Я просто забыл сделать это в одной диаграмме, это привело к ряду проблем, что, соответственно, не круто. Вот, но что еще не круто, это то, что мне нужно было вручную пробежаться по всем диаграммам, найти этот хендлер и его там заменить. И я решил автоматизировать этот процесс, чтобы минимизировать любые риски. Теперь мой подход следующий. Я создаю отдельные файлы, где указываю хендлеры каждого сервиса. Далее с помощью команды include URL я импортирую эти хендлеры в процессы, в которых они вызываются, и подставляю их на место вызова. Что мне это дает? Визуально вообще ничего не меняется. Диаграммы как были, так и остались. Но поддержка этих диаграмм стала намного проще, потому что мне теперь не нужно в 10 файлах изменять описание этого хендлера, а теперь я в одном файле вношу изменения, и эти изменения распространяются на все файлы, в которых этот файл импортируется. Вот, собственно, это и мое решение проблемы. Но стоит также отметить, что я этим не ограничиваюсь. Можно создавать отдельные файлы для ваших объектов, то есть для ваших микросервисов. Можно создавать отдельные файлы для ваших каких-то функций, в которые вы закладываете свою логику. Можно делать файлы для отдельных стилей. Это все можно делать, чтобы стандартизировать работу с вашими UML-диаграммами. Но самое главное, вы можете создавать отдельные файлы для ваших подпроцессов, из которых потом создавать сквозные процессы. Давайте рассмотрим это на примере. У вас есть файл с участниками Артем, Вадим и Денис. И эти ребята участвуют в сквозном процессе, в котором Артем через Вадима передает привет Денису. Первый подпроцесс выглядит следующим образом. Артем просит Вадима передать привет Денису. Вадим как-то асинхронно это делает и говорит Артему, что он все сделал.
И есть второй подпроцесс, в котором Денис получает это сообщение, вспоминает, кто же такой Артем, и после того, как вспомнил, он тоже приветствует Артема. Давайте сделаем из этого сквозной процесс. Это мы сделаем с помощью команды include URL. Вот так выглядит наш сквозной процесс. И тут будет резонный вопрос, а где это вот круто применять? Это круто применять тогда, когда у вас какой-то ваш процесс участвует, допустим, в 10 сквозных процессов, и вам теперь не нужно копировать ваш UML-код в 10 сквозных процессов. Вы создаете один UML-файл, который импортируете во все 10 сквозных процессов, и у вас картинка генерится. И, соответственно, если вам нужно внести изменения в ваш подпроцесс, вы это делаете в одном месте, и автоматически это распространяется на все сквозные процессы. Вот, на этом в целом у меня все. Давайте сделаем мир диаграмм последовательности лучше. По QR-коду можете посмотреть полезные материалы. Там есть ссылка на GitHub репозитории с исходным UML-кодом. Вот, а если у вас есть вопросы, то задавайте, обсудим. Спасибо большое. Очень классный материал. Сам использую. И вот мне интересно, а как с наследованием быть? Где вот ты размещаешь наследуемые диаграммы? То есть это на корпоративном GitLab или на каком-то открытом источнике? То есть как именно это выглядит? Тут все зависит от компании. Я не буду раскрывать секреты, я скажу просто, как это можно сделать. Можно на самом деле размещать диаграммы в сервисах, к которым они, скажем так, относятся. Просто создавать папочку, допустим, ресурсы, sequence-диаграммы, там размещать UML-код. И, допустим, если вы ведете всю отчетность в Confluence, ну, все вот эти вот ваши описания, вы просто создаете в Confluence доку, там есть плагин, и вы импортируете эти процессы, вот как я вам показывал, с помощью вот этой диаграммы. Да, да. Из плагинов Confluence, да, и так далее. Друзья, еще вопросы? Вот, пожалуйста. Да, привет, спасибо за доклад. Вопрос про условия, где было условие с шардированием. Как разработчики узнают, что там, в принципе, есть какой-то if-else, если на картинке ничего не видно, пока они не поменяют переменную? Да, они не должны этого знать. Я им просто говорю, ребят, вот сам UML, типа вы нажимаете «Редактировать» в Confluence, у вас отображается код. Вот эти две переменные вы значения меняете, и план UML вам все перегенерит. Ну, то есть у них есть доступ к UML-коду вот этому. Да, и да. Они туда сами залазят и смотрят. Да. То есть ты где-то пишешь текстом заранее, что, ребят, вот есть такая переменная, и туда, пожалуйста, обратите внимание, потыкайте. Да, ну обычно как, вот есть какой-то процесс, который я описываю с помощью, ну, стандартных средств UML, и потом я вижу, блин, вот тут точно сейчас все запутаются, к примеру, и я его отдельно отрисовываю, отдельно sequence-диаграмму и даю описание. Ребят, вот эти переменные меняете, нажимаете «Сохранить», вам все визуализируется. Спасибо. Друзья, еще пару вопросов, а потом я вас обязан отпустить на перерыв. Спасибо, да, за доклад, пожалуйста. Алиса Шпак. У меня вопрос. Все мы используем UML-диаграммы. Есть такая боль, с которой я столкнулась. Это как отображать задачи, процессы, которые происходят одновременно. Например, к сервису пришел запрос, сервис отдал какие-то данные, потом он эти данные досчитал и постметодом дослал. Изначальная система первый ответ получила и уже тоже начинает что-то делать. И в итоге получается, что мне надо одновременно рисовать стрелки, и это прям важно, чтобы было понятно, что они нарисованы одновременно. Есть ли какие-то тут лайфхаки? Я понимаю, что это будет сложно, наверное, ответить, ничего не рисуя, но спасибо. Да, есть комбинированные фрагменты, и там есть блок, который называется пар, он типа означает параллельно, и все стрелки, которые вы там рисуете, они, ну, интерпретируются как параллельное исполнение. Нет, ну я не знаю. И завершающий вопрос, пожалуйста. Простой вопрос. А чем отличаются пунктирные стрелки от сплошных стрелок? Смыслом в чем? Тут все зависит от стрелки, но сплошная, допустим, обычная стрелка, это обычно служит запрос, либо какой-то типа асинхронный запрос. А пунктирный — это означает ответ от сервиса. Понял, спасибо. Артем, кому футболку подарим? Первый вопрос, второй или третий? Я тоже волнуюсь вообще весь, насквозь. Я бы тоже сидел, код писал, но приходится вот. Парню, а ему нельзя. Он аффилированное лицо. Хорошо.
Тогда вот 2 и 3. Мужчине за второй вопрос. Махните рукой. Вот, отлично. Супер. Артем, спасибо большое. Вам спасибо. Фу.